Главное не отмечать. Сегодня собрались, у нас получился такой некий корпоратив, да, получается, да, любители путешествий, байки, стоматологии, да, такой микс. Но на самом деле, ребят, вот пример, когда наш коллега стоматолог... Благодарен каждому присутствующему. Я здесь, наверное, 95% всех знаю. 5% кого не знаю, точно познакомлюсь. Но мы связаны все с такой одной большой профессией, большой идеей стоматологии и всех, кто к ней причастен, да, так или иначе. И тот, кто нас сегодня здесь собрал, Ленар, он тоже наш коллега, стоматолог. И, как видите, уже было сказано, что стоматологи не только про зубы, да, и можно так, потому что это клево, потому что уже много лет мы собираемся в неформальной обстановке, ездим путешествовать своей компанией, своей тусовкой.